Ну так что я хочу сказать. Вот он, 11-й конгресс целителей, который стартовал сегодня, 11 сентября. Хочу пожелать всем только одного. Главное, чтобы были здоровыми. Все остальное потом. Целитель тот, кто не думает о деньгах, а думает о здоровье пациента. Я прав? Прав. А еще надо сказать, не только здоровье, но и долголетие. А вы его слушаете, да? Он человек необычный. Но он много чего может. Советую ему. Приветствовали друг друга, и нам было приятно так, начать с того, что с гимна России, именно вот, открытие конгресса. Все почувствовали себя олимпийцами, да? Кем Советского Союза звучит, когда первое место, неважно, в России получили, за рубежом, все равно гимн есть гимн, правда? Объединяет. Приветственным словом выступит Таютина Ольга Ивановна. Целители, а также знаменитые таланты, которых мы тоже все знаем. И как я благодарна целителям, потому что в этих исследованиях совместно появилась возможность сделать фундаментальнейшее открытие в деятельности головного мозга. Это фундаментальное открытие заключается в том, что у людей, обладающих необычными для всех способностями, экстрасенсорными, энергетическими способностями. Мозг работает несколько иначе, чем у обычных людей. Там образуются своеобразные энергетические потоки, которые, как потом показали физики из Московского университета имени Ломоносова, они действительно распределяются и за пределами мозга. В виде таких виртуальных образований, в частности, речь идет о виртуальных глазах, которые в некоторых случаях будут использоваться для видения. Я вот совсем недавно выступал и говорил, значит, собирал я старост групп нашего одного медицинского учреждения. На третьем курсе староста сказала: Владимир Николаевич, не ходите к врачам, у которых все пятерки, я их ни разу не видела. То есть привозят водителей зачетки, деньги отдают туда, это наша медицина. Я сегодня, к сожалению, узнал, наша традиционная медицина, оказывается, есть заочники. Представляете, заочно учиться лечить людей. Вот что это происходит. И вот сегодня, я думаю, что встреча ваша как раз говорит о том, что вы обмениваетесь опытом, вы вживую общаетесь между собой. И я еще раз говорю, я выбираю вас для того, чтобы поддерживать здоровье себя и 48 тысяч членов нашей комиссии, которые борются в том числе и с коррупцией в медицине. С большим удовольствием присутствую всегда у вас на мероприятиях. Вас поздравляю с тем, что вы собрались. И считаю, что вы внесете большой вклад в здоровье нашей нации, в здоровье нашей страны. Вот.
И поздравляю вас с сегодняшним конгрессом. Спасибо за приглашение. Вот Ирина Сергеевича награждена президентом России, получила орден дружбы народов, великая женщина. Мне даже ее фотографию что-то пометить на полочке. Кто хочет в перерыве взять у нее автограф, пожалуйста, смотрите, Ольге Петровне, открытие. А у нее большие центры в России, много филиалов представителей за рубежом, пожалуйста. Дорогие участники конгресса, я сердечно поздравляю вас с международным 11-м конгрессом. Желаю здоровья, бодрости, энергии прежде всего. И хочу пожелать вам, чтобы вы все свои силы, весь талант, все буквально отдавали на благо физического и духовного развития нашего оздоровления человечества. Здравствуйте, друзья. Многие меня знают, кто не знает, я представлюсь. Я президент Российской академии психологии, директор научного центра Евразия, научно-исследовательской, и председатель Российского эзотерического общества. Поэтому я человек деловой, поэтому я хочу сразу вас поздравить с этим мероприятием. Молодцы, что вы все пришли. Это замечательно, когда есть такие мероприятия, когда есть человек, Владимир Анатольевич, который собирает эти мероприятия. Они очень нужны и необходимы, и то, что вы пришли, вы сделали очень правильно. И как деловой человек я хочу сразу приступить к делу. А также Российская академия психологии присваивает российскому Царевскому Владимиру Анатольевичу, у меня со зрением присуждена ученая степень академик Российской академии психологии. Он врач, хирург, военный, вот, значит, доктор медицинских наук, профессор, академик 18 академий российских, казахских и других зарубежных академий. Уважаемые коллеги, я приветствую вас. 11-й международный конгресс, который уже 11 раз проводится в Москве. Всем желаю успехов в работе и дальнейшем в нашем работе. Спасибо. Слово предоставляется Мимович Бухарему, Черногория, доктор натуропатии, профессор. Ректор Института геронтологии академии. Он научился, кстати, хорошо говорить уже по-русски довольно-таки. Вот. Но Сергей Леонидович, когда начинает выступать, конечно, там без переводчика не будет ничего, но у него будет точно переводить. Желаю бы поздравить себя. Не слышно, не слышно. Я приветствую всех участников сегодняшнего конгресса и особенно профессора Владимира Царевского. Я вас всех приветствую. Здесь очень рад, что вы здесь собрались. Я думаю, доклады будут очень интересные. Думаю, что всем очень понравится. Ну, наверное, все. Я думаю, приветствие это надо покороче, чтобы было больше времени. Выступающим, которые хотят донести вас информацию. Ну, молодец. Здравствуйте, сестра вам. Сын содержит казахстанскую команду. Является как учредителем команды. Спасибо. Ио, Коляш. Я очень рада, что вижу вас. И вот рада, что все в здравии. В веселом настроении, и снова наша любимая Москва встречает нас вот теплом, дождя нет. Я желаю 11-му конгрессу, его организаторам успеха, чтобы мы здесь пополнили свои знания. Я очень радовалась, когда меня пригласили, потому что написано о будущем России. Я думала, то, что я здесь узнаю, может быть, в какой-то мере поможет и будущему моего Казахстана.
поэтому с удовольствием приехала. Желаю главное здоровья организаторам, всем, кто в зале, семьям и родственникам, потому что что-то неладное даже с родственниками, они мешают иногда и здоровью, и работе нашему. Поэтому благополучие, дружбы, спокойствие, пусть будет чистое небо. От Российской академии естественных наук и особенно от секции на сферные знания и технологии. Вот, я думаю, что то движение, которое вы осуществляете, реально, есть очень важный вклад в ноосферный переход всего человечества, потому что для этого перехода необходимо победить все хронические болезни, продлить активную жизнь человека до, по крайней мере, 150 лет и сформировать нравственно здоровое поколение людей с нравственным императивом. Профессор, доктор наук, писатель, выпустил ряд книг по гипнозу, проводит большую, самая большая школа, считай, по гипнозу, я считаю, что это Геннадия Аркадьевича. Тут его много, его учеников. Владимир, спасибо за представление. Конечно, переборщил с представлением, но ничего страшного. Ладно, спасибо. Значит, еще раз, ну вот, наверное, ясновидящий, потому что как раз я-то не особо писатель, но вот книга вчера вышла. Я ему сейчас принес свои книги, чтобы их подарить. А он не видел, я же держал вот так. Если только боковым зрением, как у женщины. Автографом? Да, с автографом, уже подписал. Значит, гипноз, самогипноз, 100 секретов вашего успеха. Кстати, книга разбирается абсолютно мгновенно. То есть, вот эти 6 тиражей уже переиздали. Да, оставить там у нас нет. Или нет, это для тебя подарок. А все остальное в интернете. А вторую книгу Ника сделал обложку. Значит, «Тайное благословение во время исповеди вольных каменщиков». Такая мистическая, значит, книга, и там картинки. Читать не обязательно, а картинки можно посмотреть. Тут тоже доклады есть, конечно, вчера Геннадия Аркадьевича в этом сборнике. Если бы хотел почитать, то кто-то может делать. Там и сборники должен писать. Кто печатался, если кто-то, что заберете сборники. Да, спасибо, да, тут есть. Значит, а я хочу сказать вот о чем. Вот целители, они помогают людям и берут на себя как бы их карму. Берут ошибки людей, которые, ну, бывают в жизни, берут их боль где-то, может быть, а это все переходит. И зачастую целители несут как бы вот какую-то такую, ну что ли, карму больных людей на себе. А кто им поможет? Целителям же тоже как-то надо помогать. А кто поможет целителям? Да никто. Кроме самих себя никто нам не может помочь. То есть, по сути, мы должны как-то идти по пути саморегуляции, по пути самопознания, самосовершенствования, саморазвития. Я вот этим всю жизнь, собственно говоря, занимаюсь и думаю, что, может быть, это тоже путь для целителей собраться вместе и как-то заниматься самопознанием, саморазвитием. Тем более, что вот я не так сильно провожу такие занятия, где набраться энергии можно, где зарядиться, обрести дополнительные ресурсы или научиться влиять на самого себя. Ну, в общем, об этом пойдет речь чуть позже. Спасибо. Так, температура воды такая-то, так, вот тут так, это вот так. Или как так? А прибор? Или как можно? И потрогав воду, не... На самом деле у меня две, конечно, два подхода. И это сегодняшний конгресс, это уже начало очень красивого, и она окончится, я думаю, тоже еще красивее. Вам большое спасибо, что 11 раз проводите, я вас поздравляю, отличный, большой казахский сердце. Ну вот, друзья мои, мы на конгрессе, на 11-м конгрессе нетрадиционной медицины. Хочу пожелать конгрессу, конечно, успехов все эти 3 дня, чтобы достигли цели, которые намечены, и чтобы конгресс прошел с дружеской обстановкой, с приятной в общении друг с другом. Здоровья всем, мира и добра. Берегите себя. А главное здоровье. И не в деньгах счастье,
А счастье в том, чтобы пациент всегда был здоровым, чего я всем и желаю. Вот так. Это 11-й конгресс нетрадиционной медицины. Летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. 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 Сентября 2015 года. Вот уже третий день идет конгресс целителей, народных целителей. И Иван Иванович Кулебякин, являясь участником этого конгресса, уже третий день здесь заседает. Но тем не менее, погоду держит, как мастер-погодник, а также не забывает и выигрывать. Топ-3 гослото. И мы идем на встречу с Иваном Ивановичем Кулебякиным, мастером-погодником и супер-игроком игры топ-3 гослото. Гостиница «Вега». Комплекс «Измайлово». А вот эти номера машин, которые участвуют в цифрологии его выигрышей. Вот в том числе номер 095, на котором он выиграл недавно. Билет он нам покажет. Итак, мы идем навстречу с Иваном Ивановичем Кулебякиным. Иван Иванович, награжденный почетной медалью участника конгресса целителей. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. Поступила информация, что вы и здоровье свое поправили, и погоду, и еще и выигрываете, еще в конгрессе участвуете.
Как это возможно в одно и то же время успевать? А мы успеваем все делать. Мы успеваем все. И это главное. Спасибо вам большое. Вы сейчас. Буду стараться делать. Больше спасибо. Вот. Буду стараться делать добрые дела, продолжать. Вот. Удачи вам. Вам удачи. Итак, друзья мои. Вот закончился международный конгресс целителей, который прошел 3 дня в этом прекрасном комплексе Вега. Я хочу пожелать одного. Главное пожелать всем – это здоровье, долголетие, веры в себя. И помнить о том, что только сила мысли вам всегда поможет. Ничто другое. С помощью мысли вы можете вылечить в себе все болячки. И это правда. Здоровья вам, мира, добра. И солнечного вечера. Воскресного солнечного вечера 13 сентября. До встречи на новых поприщах конгресса. Я одно скажу. Вот ему надо верить. Добрейший души человек и сильнейший целитель. Поэтому, если что, обращайтесь и не пожалеете. Ну, спасибо, что у нас конгресс закончился. Пойдем отдыхать. Мы все довольны. Погода отличная, как и мне солнце светит. Если хочешь, за бутерброды тебе. Оксана, подожди. Оксана. Здесь. Сейчас. Иди познакомься. Все. Друзья встречаются только на конгрессах. И это приятно. Встретиться, пообщаться и передать опыт друг другу. Поздравляю вас с прошедшим конгрессом. Почаще встречайтесь, друзья. Конечно, правда, Ольга? А вот они, выигрышные билеты супер игрока Ивана Ивановича Кулебякина. Обратите внимание на суммы. Суммы говорят сами за себя. Это не случайно. За 180 рублей выигрывается 8 тысяч больше. В сумме Иван Иванович достаточно выиграл за эти дни. Вы видите, 12-11 сентября. Это всего лишь за 13-е. Всего лишь за 3 дня выиграл столько раз. Иван Иванович, как вам это удается? А это совмещение. У нас конгресс целителей. Я мысленно выискивал, какие комбинации могут выпасть. И вот он результат. Тонкий расчет, интуиция и победа. Победа. За 30 рублей выиграть 8 тысяч, это, как говорится, надо суметь. Вот он, конкретный результат побед за эти 3 дня. 3 целительских дня. Выигрыш, факт налицо. Желаю вам удачи и побед. Вот так. Играйте и выигрывайте, и получайте. Вот и закончился 11-й конгресс народных целителей. И здесь, как видите, небо голубое, солнце осеннее светит. И вот документ. 11-й международный конгресс комплементарной медицины и науки настоящей и будущей России. И вот он. И вот
поэтому, друзья мои, сегодня воскресный вечер для вас светит солнце. И не только поэтому, а потому что все три этих дня я также выигрывал топ-3, обыгрывая Гослото. Как всегда, за 30 рублей я выиграл 15 тысяч. Это было в пятницу. В субботу несколько раз выиграл по 2,5, по 1250. Но хочу сказать, все равно очень тяжело стало играть, потому что они вмешиваются в процесс тиражей, вмешиваются, и они обманывали. Но как бы они ни обманывали, все-таки играть можно, выигрывать можно, но лучше не играть. Желаю вам здоровья, счастья, радости и солнечных дней в сентябре. Вот и все. Вот он, Иван Иванович, спешит сделать новые ставки. Он не знает, что мы его снимаем. Он даже нам звонит. Иногда мы позволяем себе снимать его с скрытой камеры, как настоящего супергероя Гослото. Да, напрасно мы подумали, что камера наша может скрыться от волшебника. А я почувствовал, что вы меня снимаете. Мне позвонили только что. Интуиция не подвела. Но я не обижаюсь на вас. Вы же первый канал. Вам можно все. Тем более перед вами волшебник. Как видите, ни одной тучки на небе уже нет. Это говорит о том, что конгресс целителей прошел удачно для меня. Я встретился с друзьями, пообщался. И просто приятно. Дал советы. Главное, чтобы были здоровыми все. И главное, чтобы не пили, не курили и дарили женщинам цветы. До встречи. Ни пуха, ни пера. Пока. Оставим его наедине со своими мыслями, для того, чтобы он смог сосредоточиться, сделать ставки Гослото топ-3. И встретимся с ним вновь, когда он выиграет. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.